Инна загорелась желанием пускать воздушного змея. Аль, ты довольна? Да. Да? Сможешь, справишься? Не улетишь с ним? Шикарная погода. Доча, что мы делаем? Собираем змея, надо немножко погнуть ее, вот так, значит, смотри, вот так вот, оп, оп, видишь, и все, попадаешь теперь, вот так вот, так, а ну пробуй запускать его, он же у нас привязан уже, а ну-ка с разбега давай, ну-ка, ну-ка, опа, так, оно что, зацепилось? Вот так вот, стой, пусти, и вот тут, смотри, вот тут, вот так вот, опа. Вот, теперь он не улетит никуда.